Беларусь подводит итоги президентских выборов. По данным ЦИК, побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Сегодня предварительные итоги голосования в информационном центре журналистам озвучила председатель Центризбиркома. Лидия Ермошина отметила, что данные будут подкорректированы сведениями о выборе граждан, которые находятся за рубежом. По оценкам главы ЦИК, итоговые цифры изменятся совсем незначительно. Лидером является Лукашенко Александр Григорьевич, чью поддержку проголосовало 83,49% избирателей или 5 миллионов 95 тысяч белорусских избирателей. На втором месте находится кандидат под общим названием «Голосую против всех». Именно избиратели, голосуя за альтернативных кандидатов, все-таки чаще на этих выборах отдавали в поддержку, к сожалению, протестного голосования. Особенно велико оно было в городе Минске. Здесь проголосовало против всех 20%, 26% избирателей из числа пришедших на избирательные участки. А целиком по стране этот процент составляет 6,4% избирателей, которые проголосовали против всех. На третьем месте после этой абстрактной графы находится госпожа Короткевич, за которую в целом по стране проголосовало 4,42% избирателей. Вообще в абсолютных цифрах эта сумма совсем небольшая. 259 тысяч человек. Вслед за госпожой Короткевич следует господин Гайдукевич. За него проголосовало на 1,1% избирателей меньше, чем за госпожу Короткевич, 3,3 или 202 тысячи избирателей. Ну и господин Улахович, за него проголосовало меньше даже, чем подписей было собрано в его поддержку, 101 тысяча в абсолютных цифрах, или 1,67%. Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит 16 октября. В этот же день состоится итоговое заседание Центризбиркома.